Женский волейбол на Кубани очень популярен. К примеру, сейчас команда «Динамо» – это самый титулованный клуб Краснодарского края в новейшей истории России. Клуб не только завоевал престижные трофеи, но и является постоянным поставщиком кадров главной команды страны. Такой успех кубанского волейбола был бы невозможен без планомерного развития в крае этого вида спорта. Свою лепту в развитие этого вида спорта вносит и наш муниципалитет. В зале спортшколы имени Владимира Викторовича Симоненко в хуторе Бронниковском прошло открытое первенство Славянского района по волейболу среди девушек 2005-2006 годов рождения. 56 юных спортсменок приехали сюда, чтобы побороться за лидерство. Приехало 6 команд. Две коржевских, Петровская, Черноярковская, город и Кубриз. Мы проводим первенство для выявления сильнейших команд, и потом комплектуется одна сборная, и она уже представляет район, едет на первенство края. Юные волейболистки серьезно готовились к состязаниям и были настроены по-боевому. Самое главное, они увлекаются волейболом и стараются выступить на все 100. Я занимаюсь волейболом уже 6 лет. Я очень люблю этот спорт, каждый день хожу на тренировки. Мы с командой очень хорошо готовились к этим соревнованиям. Я считаю, мы хорошо готовы. У нас команда сплоченная, хорошая, сильная вполне. Настроение нормальное, команда дружная, веселая. Не ссоримся, когда играем. Мы готовились серьезно, каждый раз на тренировках боролись за каждый мяч. Нормально все. Нужно было видеть, с каким азартом боролись за каждый мяч спортсменки. Для того, чтобы победить, нужно было действовать слаженно, понимать друг друга в ходе игры. Мастерство – дело наживное, и оно, конечно, придет, если упорно и долго тренироваться и постоянно выступать на соревнованиях. Болельщики поддерживали волейболисток своих команд. По итогам соревнований победу одержала команда «Коржевск-1» из хутора Коржевского. На втором месте волейболистки команды «Славянск» и замыкают тройку призеров спортсменки из Черноярковской. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».